Версия для Nintendo DS, помимо различий в графике, тоже имеет эксклюзивные мини-игры. Например, мини-игра, где нам даются 4 кувшинки, 2 ореха и 4 горохострела. И данные растения мы можем как нам угодно передвигать. Также тут имеется мини-игра, где нам нужно отбивать баскетбольные мячи и не забывать отбиваться от обычных зомби. Далее мы управляем мозгом для того, чтобы с помощью него заманить зомби в клетку. И наконец, самая странная, на мой взгляд, мини-игра, где мы еще раз сражаемся с зомбоссом, только уже стреляя горхометом из самолета, уворачиваясь от всякого барахла.